Регион, в котором я проживаю, а проживаю я в Закарпатской области, отличается чистой водой. Но так как я работаю в кочегарке и очень жарко, то я использую это как соломку. То есть пью воду через эту трубу. Ну, что сделаешь? В кочегарке жарко, поэтому жажду надо утолять как-то. Правда, она немножко большая, но все равно весело.